що руки в кармани повставали. Вперед! Отче наш! Охорона! Стій, тримаємо! Не пускаємо провокатори зарядно! Отче наш, що живеш на небесах, нехай свяшиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нас винувати. Ой, Господи, прости нас, грішні. Ви знаєте, я от хочу сказати, коли я увидел Саакашвілі на площаді, в Києві, не так стало стыдно за нашу страну, не так стало стыдно за наш народ. Неужели мы такие уже нехорошие, что нас потыкаешь вот такие проходимцы, как типа Саакашвили? Это так сказать евроинтегратор, который в свое время разорвал демонстрацию мирных людей и водометами, и дубинками, и так далее. Или когда к нам приезжают в Германию и рассказывают, то есть смотрите, мирным путем, а что же вы в Гамбурге так не делали, когда 2 недели назад? С водометом, нагайками, и так далее, и так далее. Вы себя не видите? А когда у нас провокаторы все делают, и сделали, чтобы наши бедные ребята, а я говорю, бедные, это солдаты Родины своей. И я был солдатом, они защищают. Беркут, работники, служащие органов внутренних дел. Ком им помогает, честь и хвала им, их выдержки. Но вы знаете, всему тоже бывает предел. Они тоже наши дети. И когда смотришь, когда в них бросают отморозки, булыжники, трубы, а мы здесь забываем, это что, не наши дети? Это тоже наши дети. Но это дети, которые выполняют свой служебный долг. И честь им и хвала. И я как служивый, и как человек, который много в этом мире повидал, я уже говорил, и побывал в горячих точках, и на Горном Карабахе, и в Тбилиси, я преклоняюсь перед ними. Преклоняюсь, что они не допустили кровопролития. И сегодня ребята, которые сегодня стоят вот здесь и оберегают, охраняют наш покой, покой и благосостояние Харькова, Харьковской области, я, уважаемые работники внутренних сил, преклоняюсь и говорю вам большое спасибо. А вот те товарищи, кто взяли себя за руки, как бы показать, не надо, мы вас не тронем. И вы не лезьте к нам, езжайте к себе домой. Я еще раз говорю, не мешайте. И не пробуйте, и не призывайте Господа Бога. Я вас очень прошу, антихристы. Я хочу предоставить слово. Не Саакашвили, не помощнику государственного секретаря Соединенных Штатов Америки, а харьковчанину, рожденному Мишке Чугуеву. Куда-то. Дорогие харьковчане, дорогие соотечественники, мы сегодня защищаем конституционный строй Украины. Мы за Украину, мы за вовлеченный процесс развития украинского общества. Мы за стабильность, мы за порядок.